Друзья, всем привет! Это обзор на еще одну новинку уходящего 2022 года – домашний мини-проектор. Давайте рассмотрим проектор чуть детальнее и продемонстрируем его в действии. Сам проектор идет вот в такой вот небольшой коробке. В комплекте с ним находится кабель питания и пульт дистанционного управления. Рассмотрим проектор чуть детальнее. Сам проектор идет на платформе Android. Сверху у нас панель управления, соответственно, проектором и регулировка четкости изображения. Спереди у нас идет линза, снизу 4 ножки для подставки и крепление для штатива. На задней панели проектора у нас есть вход под флеш-карту, вход под мини-USB, HDMI, выход на колонки и также вход на наушники. Сам проектор имеет встроенные колонки, поэтому можно просматривать фильмы или видео и не использовать дополнительных колонок, потому что проектор сам воспроизводит звук. Пульт дистанционного управления, те же самые клавиши, что и на самом проекторе. Давайте посмотрим на проектор в действии. Итак, вот мы поставили проектор на штатив, подключили его и включили, соответственно. Сейчас изображение видно плохо, потому что у нас включен свет. Но давайте выключим свет. И вот так вот показывает проектор без света. Картинка достаточно насыщенная, достаточно яркая. Управление с помощью вот такого вот пульта. Соответственно, здесь мы уже подключились к Wi-Fi. То есть проектор сейчас работает полностью от интернета. Можем выбрать что-нибудь. Ну вот, например, включили мультик. Звук также идет из проектора. Картинка отличная. Штатив можно приобрести также у нас дополнительно. Либо ставить проектор на любую плоскость. И также смотреть любые видео или скачивать игры.